Дорогие друзья, хочу поделиться интересным наблюдением. Ирина Николаевна к нам обратилась из далекого сибирского города со следующей историей. В 2013 году была выполнена шунтирующая операция, классическое рушунтирование. Был хороший эффект барометрический, со 120 кг удалось снизить вес до 95, но потом возврат веса. Даже цифры превысили исходные значения. И вчера мы выполнили так называемое ревизионное вмешательство, удалили зону продукции грилина, этот оставшийся пустой желудок, и переместили алиментарную петлю, дистальнее укоротив общую петлю, примерно на метр. Я хотел попросить вас поделиться несколькими впечатлениями. Во-первых, почему к нам обратились? Первый раз была в Москве. Во-вторых, какое впечатление первое от нашего общения? И вот сегодня уже прошло около 16 часов после операции. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя отлично. Болевых ощущений уже нету. Как таковых слабость немножко. Ну, это я понимаю, что это наркоз. Вот. Как о вас узнала? О вас узнала в интернете, как ни странно. Начала читать отзывы, и поэтому наткнулась на вас. Потом посмотрела все ваши видео, посмотрела, как вы рассказываете про себя. И потом долго к вам добивалась, как ни странно, потому что первый раз я позвонила, мне отказали, сказали, что только присутствует личная консультация. Потом я подумала, позвоню-ка я еще раз. И через день позвонила на другого диспетчера и говорю, а как вы думаете, может быть, возможно обратиться онлайн? Она сказала, вы знаете, я спрошу. И все, и вы откликнулись тут же. В качестве продолжения комментария этой реплики, ну, везде, где я рассказываю о бариатрии, есть мой телефон, мои данные, и, конечно, я готов общаться онлайн в режиме Telegram, WhatsApp, Viber и просто телефонных звонков. Поэтому, кому помощь нужна, не стесняйтесь, пишите, звоните. Я очень рад, что у вас хорошее общение. Мы завтра уже отпустим, и думаю, что дня через три будете дома. Пишите, будем с вами на связи, буду вас ежемесячно беспокоить. И через полгода, может быть, даже придется как-нибудь пообщаться лично, потому что надо проводить контрольное обследование, надо оценивать эффект, надо внести некоторые коррективы. Спасибо большое за ваше хорошее мнение о нас. Спасибо большое.